Яндекс большой конференции в Приморье впервые. Владивосток, да и вообще все Приморье, у нас постоянно на радарах среди лидирующих регионов по потенциалу, по нашему интересу. Во Владивостоке мне круто. Ну, он неповторимый. Вот такого города, наверное, ну, нет. Очень активные люди, они все чего-то хотят. Я рассказывал про то, как развивается реклама в направлении использования большего количества данных. Данные — это деньги, а я помешан на данных, и вот хочу часть своей помешанности людям донести. Во-первых, не сидеть на своих данных, их у каждого рекламодателя про свой бизнес больше, чем у нас. Это экспериментировать с форматами, с любыми новыми инструментами в области рекламы. Всегда понимайте, что делают с вашим сайтом. Не бывает никакой магии. Оптимизация – это работа над сайтом. То есть вы должны именно физически что-то менять. Маркет, конечно же, помогает интернет-магазинам соревноваться. Это экосистема, это платформа, работая на которой магазины получают доступ к большой аудитории. Данные статистики помогают более эффективно покупать рекламу. Покупать рекламу для правильных людей, делая людей более счастливыми. То есть доставляя правильное сообщение правильному человеку. Будущее рекламы – это построение консистентного общения с пользователем на всех уровнях маркетинговой воронки и во всех медиа. Самый интересный был первый доклад про будущее технологий. Ой, очень понравилось все, и от организации до контента и нетворкинг. Потрясающий город, просто потрясающий. Хочется сюда приезжать почаще.